1 декабря российская голубинка, обыкновенная провинциальная среднестатистическая семья, замученная финансовым кризисом, собирается праздновать Новый год. Ну там, детишки наряжают елку, мама там хлопочет на кухне, папа снял ружье со стенки, вышел на крыльцо и пару раз выстрелил в воздух. А когда зашел домой, сказал: «Дети, подарков не будет, Деда Мороза я застрелю».